Похоже, вам не помешает. Хочешь отвадить стражу? Что надо, англичанин? Эдвард Кенвей, вам грозит опасность. И я валлиец. Да вы все на одно лицо. Могли бы не трудиться. Я всегда в опасности. Но это моя вина. Значит, вы мне должны. А мне как раз нужна помощь, чтобы освободить моих друзей. В смысле, рабов? Братьев, воинов, Надежду Маронов. Мне нет дела до этого. Просто послушайте, о чем говорят белые. Вдруг выясните, где держат моих друзей. Ладно, постараюсь. Доставить кое-кого на север. Нет, а я. Нет, точно. К тому складу. Ага, к складу. Да все равно. Вот же. Наливайте еще и обмозгуем все.
заплатишь, это без гроша. Поставить кого-то в пример все равно. И не поспоришь. Предупредим других. Ты знаешь то, что мне нужно? Нет! Я вас слышал! Ассасины не убивай! Я просто хочу знать, где этот раб. Где могут держать кого-то особенного? Прошу! Пощади! У меня семья! Тогда давай! Выкладывай! Около мельницы! Видишь? Все очень просто. Я их нашел. А я нашел, где держат его братьев. Освободите их. Нет, друг. Я свой долг отдал. А в дела с рабами не полезу. Тут, небось, и тамплиеры ни при чем. Все дела свободы — это дела ассасинов.
Ваша цена. Что? Беспринципные люди любят золото. Сколько вам надо? Мне нужен один ключ. Из набора, что сделали тамплиеры. Эти ключи? Они еще целы? Выходит, не только я про них знаю. Найдем его. Он ваш. По рукам. Найдем же ваших друзей. Пьяницы и шлюхи могут помочь вам. Выжил лишь один. Ладно, идем. Ну-ка, вскроем тебя. Спасибо. Скорей, в контору. Спасибо. Встретимся у конторы. И куда теперь? Ха. Нет уж, на сегодня хватит. Или вам понравилось? И все, а тамплиер? А как же ключ? Наш тамплиер не появился. Ключ вы получите в другой раз. Другого раза не будет, Антон. Вот поймете, как вам нужен ключ, или, может, обзаведетесь совестью, будет и другой раз.
дураков торговать с тамплиерами нет. Время не терпит. Отчего так долго? Тут что-то не так. Я чувствую, нас ждет беда. Потише. Уже почти все. Дорога. Shut!
Clear shot. Bastards have the sights. Don't lose sight of them. Have a clear shot. Вернулись? Обрели совесть? Мне нужен мой ключ. Терпение, мой друг. Вы что, гостей ждете? Возможно, ключ совсем рядом. Защищайте контору. Спасенные нами помогут. Эдвард, я рад, что вы появились вовремя. Простите, ключа у меня нет, но... Нет, ключ подождет. Хочу проучить того, кто это сделал. Тамплиера зовут Кеннет Абрахам. Он много лет воюет с маронами. Но мы сильны, и ему нас не победить. Я придумаю план.
Come and see. У меня есть план, но он сложен. У Абрахама связи, а в карманах полно золота. Но мы нашли человека в его ближнем круге. Проследим за ним, он приведет нас к цели. Давайте я покончу с ним. Смотрите, вот он. Личного характера. Имей. Увидимся там. Под носом все это время. Узнаем ли мы его вообще? Щелей, да? Ну, из ущелий, парень. Говорят, он там... Мой отец, пожалуйста, он один из немногих. И прям такой великий воин, как о нем говорили все смеси. Телевать не надо. Я знаю, что говорю вам, чеку. Наша война будет. Мы захватим эту землю. Как тут проиграть? Оружие у них нет, живут в лесу и едят, что попало. Что получается, не хочет. И то верно. Браво! Ugh.
there? Stop! Сколько лет мы бьемся? Ваши люди в горах почти без оружия. Моя великая армия. Но вы живы, а я мертв. Вы просто не желали победить. Oh.
Tiger! Ready to take the ship! Wake up! Это твой. Yourselves, you dullards! Don't lose sight of him! He's over there!
Pirate activity on the roof. What can I do for you today?
All the best. I'm your most days, should you return.